В Нижний Тагил на имя главы города Владислава Пинаева пришло благодарственное письмо от губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. В нем глава региона поздравил мэра и горожан с победой в конкурсе на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости населения. По итогам 2017 года наш город стал лучшим муниципальным образованием Свердловской области по большинству целевых показателей.